Здравствуйте, уважаемые коллеги! Это последнее видео по ClickSense Desktop для начинающих. И сегодня я расскажу вам про использование расширений. ClickSense предоставляет открытый исходный код, и разработчики могут создавать различные расширения, как визуализации, так и различные объекты под задачи заказчика. И есть целый портал, на котором эти расширения вы можете найти и использовать, расширив стандартные возможности ClickSense. Скопируйте присланные вам расширения, разархивируйте их в папку вашего приложения, которая находится на диске C, Users, дальше ваше имя, документы, ClickSense, Extensions. Перезагрузите ClickSense, откройте его повторно, и вы в панели Chart диаграммы увидите, что появятся новые объекты. Это D3 Visualization Library, Zumble, Packing. Давайте рассмотрим, как они работают. Ну, вначале попробуем построить график Zoomable Cycle Packing. Откроем ClickSense. Создадим новый лист. Нажмем «Изменить». И вот у нас есть объект. Мы его перетаскиваем на лист. Добавим категорию. Добавим товары. И добавим меру, например, процент маржи. И мы видим, какие категории нам дают максимальную маржу в процентах. Либо давайте вместо процента маржи сделаем объем продаж. Добавим меру. Sales. Так более визуально. То есть видно, какая категория. Это женская одежда. И если нажмем на женскую одежду, видно, какая позиция дает максимальные продажи. Сделаем еще одну визуализацию, на которой будет видна динамика от одного года к другому по товарным группам. Возьмем наш еще дополнительный график, это D3 Visualization Library, перетащим его на лист. И в свойствах этого объекта в виде в чарте выберем слоп график, слоп граф. Он требует одно измерение. Добавим измерение категории. И две меры. И здесь мы добавим меру. Это объем продаж в 2011 году. Sales. Сумма. Откроем редактор и допишем сюда фильтр. Поле год равно с помощью такого выражения мы получим продажи только за 2011 год. Применить. Копируем, добавляем еще одну меру. И здесь мы 2011 заменяем на 2012, нажимаем применить и получаем график
на котором видно, как ведут себя категории. Вот категория женской одежды – резкий рост, у каких-то категорий менее большой рост –